Всем привет подписчикам канала охотника.нет. У нас сегодня видео очень интересное и крайне редкая винтовка. Я думаю, большинство из вас вообще не слышали о существовании такой пневматики. Это пружинно-поршневая винтовка английской фирмы Air Arms, а именно TX200HS. Сейчас я вам ее покажу. Вот это превосходное изделие лежит у нас в коробке, еще не распакованное. А что идет в комплекте? Это цветная инструкция по эксплуатации. К сожалению, не на русском языке, так как эти винтовки редкие и в Россию поставляются единицами. Вот. Далее здесь есть маленький набор шестигранников для ее разборки и сборки. И в этом красном тубусе лежит кит, то есть набор для увеличения ее мощности. То есть изначально они поставляются 7-16 джоулей. А этот кит конкретно, который установлен сейчас нашими мастерами, на 24 джоуля. В наборе есть густая смазка, пружина. Данная пружина на 16 джоулей. Напомню, у нас стоит 24 уже. И, соответственно, стальная направляющая, резиновые манжеты, утяжелительная шайба, в зависимости от набора, они разного веса, и жидкая смазка. Но это мы откладываем в сторону. Теперь переходим к самому девайсу. Собственно, очень красивая винтовка. Как видим, достаточно компактная по длине. Ложа просто превосходная, если честно. То есть здесь, если поближе посмотреть, отличная лазерная гравировка чешуй, идеальная обработка поверхности. Это именно ложе Бук. Также они выпускаются в орехе. Вот по металлу тоже просто на самом деле шикарно. Но это самые лучшие, самые дорогие винтовки из пружинно-поршневых. Вот. Оснащена она подствольным взводом. Рычаг довольно короткий. И взводить ее не так просто, как, например, Вераух 97, потому что у нее более длинный рычаг, и нагрузка распределяется равномерно. Сейчас мы посмотрим, сколько эта винтовка в среднем выдает с самым мощным китом для нее, предусмотренным заводом, то есть пружина и все остальные детали. Сейчас мы заряжаем пулю весом 0,69 грамма. Это H&N Sport Barracuda. Вот. Ну, она не круглоголовая, но немножко заостренная. Чтобы отвести обратно рычаг, нажимаем кнопочку сбоку и фиксируем. Рычаг фиксируется на подпружинном подшипнике. Автоматический предохранитель. Мы его сразу снимаем. И в наш хронограф мы делаем выстрел. Вот 242 метра в секунду. Больше для точной стрельбы из пружинно-поршневых винтовок мы не советуем на самом деле использовать. Вот. Винтовка, ну, давайте поближе ее просто рассмотрим. На самом деле это просто произведение искусства. То есть, начиная от стали, ложа, удобство, как ее держать в руках, баланс, все просто идеально. Как бы нареканий никаких для нее быть не может. По точности она, в принципе, сопоставима с более бюджетным вариантом Вераух 97. Вот, но по удовольствию, которое вы получите от того, как вы ее держите, эта винтовка превосходит вообще просто все аналоги. Это самая лучшая классическая пружинно-поршневая винтовка. И такие винтовки вы можете купить только в охотника.нет.